внимание! Нас ждет важное задание. Блэквуд собираются начать массированное наступление в Северной Африке. Подготовка идет полным ходом, но пока они уязвимы. Если мы устроим диверсию, то сможем нарушить их планы. Следуйте моим инструкциям, и тогда Блэквуд не поздоровится. Наша первая цель — ракетная база. Нужно вывести из строя командный центр. Подтвердила наши худшие опасения. Аберон все еще жив. Его не было в вертолете, который вы сбили в Китае. Похоже, сейчас он руководит операцией здесь. Если встретите ублюдка, вы знаете, что делать. Перед тобой в долгу.
Выполняем. Хорошая работа. Вы сделали то, что было необходимо. Нейтрализован. Вперед! Атаковать следующую цель — гроб самоубийства. К счастью для нас, туда можно попасть через систему пещер, минуя основной периметр защиты планеты. Мы появимся перед ними, как черти из табакерки. Thank you.
где-то рядом. А вот и вход, бойцы. Пещеры приведут вас прямо к базе подводных лодок. Эта база — наша следующая цель. Доберитесь до субмарин. Уничтожьте охрану и проберитесь внутрь. Thank you.
заблокировать канал. Это задержит врагов. Глазам своим не верю. Это Оберон. За ним, быстро! Вам стоит использовать этот код. Введите этот код. Это газ. Пошевеливайтесь, ну же! Я не понимаю, что происходит. Защищайте серверы, пока идет загрузка данных. Наверняка это уловка. Какой-нибудь вирус. Thank you.
Тут что-то не сходится. Аберон выложил нам все. Мы знаем расположение главной базы Блэквуд. Мы знаем, что она без охраны. Это очень странно. Вертушка в пути, бойцы. Занять позиции. Вертолет в пути. Хватит прятать. Задайте им жару. Значит, это и есть их главная база. Легендарная пирамида Анубиса. Они превратили ее... Черт, держите! Вы в порядке? Все живы? Нужно попасть в эту пирамиду. Стрелок нейтрализован. Вперед!
Найден! Вперед! Стрелок нейтрализован! Вперед!
мы перегрузим генераторы, вся система выйдет из строя. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены.
Спасибо, док.